Всем привет! Хочу немножечко рассказать о специях катании. Вот сейчас купили вот такую упаковку, хочу ее распаковать и вместе с вами посмотреть. Очень люблю я эту фирму по специям. У нас вот уже постоянно пользуемся мы черным перцем. Вот таким вот Чеснок. чеснок с травами и солью, бомба. Перец вообще очень вкусный. Потом есть вот такие вот для салата. Я очень люблю специи сверху посыпают. Ну, цезарь я даже в обычной овощной сыплю, очень вкусно. Итальянские я до этого брала. Вот эти вот я добавляла в такое сатэ, делала очень вкусно. Так, ну давайте глянем, что тут в коробке. Значит, я разрываю, она не нужна нам. Значит, это австрийская фирма. Она с 1881 года. Тут вот все описано. Очень удобно, что ты видишь. Тут есть орегано. Удобная спецовница такая. Потом есть, что ж такое? Прованские травы есть. Ну и черный и красный перец. Паприка. И черный. Но черный не цельный, а молотый уже. Давайте я вот прям хочу сейчас обдумать, что я собралась открыть, потому что буду готовить плов. И вот этот крупноват мелет, ну то есть ребенок у меня попадает на зубы, ему не очень нравится. А этот мы сейчас попробуем, понюхаем. Ароматный вообще, класс. Вот, поэтому всем рекомендую пользоваться этими приправками. А, вот еще вот такой вот базилик взяла. Гляньте, какой классный, крупненький. Я базилик люблю. И лавровый лист в банках таких удобные. Но я их еще не открывала. Вот. Все, вот такая вот коробочка с таким вот наборчиком. И красиво, и удобно. И самое главное, что они именно классные травы, ароматные. Рекомендую. Всем пока. Жду. Палец вверх и лайк.